Привет, игроки! Сегодня в выпуске вас ждет случайный даблкил, вылет с трассы и эпичный килл сковородкой. Все знают, что стены на карте Каракен очень хрупкие, однако иногда из этого возникают неожиданные ситуации. Вы прицелились во врага, а он оказывается прямо перед своим товарищем, который скрыт за стеной. В итоге одновременно устраняете обоих, даже не замечая присутствия второго игрока. Наблюдать за крутыми киллами всегда одно удовольствие. Игрок с ником Астероид вновь делится с нами своей подборкой снайперских выстрелов, точно в цель и без промахов. Это про него. Дважды подумайте, прежде чем штурмовать дом, если внутри будет кто-то вроде игрока с ником Enfusion. Ведь вас там точно встретят так, как вы не ожидаете. Он дерется как медведь в защите своей берлоги. Погони действительно могут заканчиваться неожиданно, особенно если за рулем человек без водительских прав. Вражеский фургон вылетает с трассы, а автору момента явно не хочется оставлять киллы в виде растерявшихся врагов. Результат ДТП у вас на экранах. Мы уверены, что более эпичного килла со сковороды вы еще не видели. Игрок Орсей с тиммейтом видят восстанавливающие силы после прихода из зоны отряд и сразу начинают оказывать давление. Вырубив двоих, они решают закончить красиво. Максимально снизив высоту, они сблизились с последним врагом и кинули сковородкой прямо в лицо. Настоящий финальный аккорд. Не забывайте писать комментарии, ведь, как известно, лучшие из них попадают в шоу, как вот эти ребята. Напишите нам в Discord, в канал получения наград. Желаем удачи! Подписывайтесь на нас и наши соцсети. До новых встреч, друзья!